Добрый вечер, друзья! С благодарностью приветствуем всех, кто пришел сегодня на эту замечательную площадку джаз-клуба Алексея Козлова. И сегодня мы постараемся создать для вас настроение джаз. Да. Вот, будем играть честную традицию, будем играть Сони Роллинза и сыграем что-то из авторского материала, дабы с вами поделиться своими впечатлениями от этой жизни. И я с удовольствием представляю сегодня в Just Jazz квинтете замечательных музыкантов, моих друзей. Это Роман Соколов, тенор-саксофон. Роман Соколов, прошу приветствовать. Петр Востоков, труба. Петр Востоков. Игорь Яковенко, клавишные. Игорь Яковенко. И человек, без которого я точно не смогу ничего сыграть сегодня, это один из самых лучших, замечательных басистов. Макар Новиков. Макар Новиков. И начнем мы с композиции Сони Роллинза, которая называется Strut Row. Strut Row. Jazz music.
Thank you.
общем, мы вот так лихо начали. Вот, надеемся, что у вас появились какие-то мысли в связи с этой музыкой внутри вас. Мысли, которые помогают жить и идти дальше, да, и делать то, что ты любишь. Сейчас мы сыграем I Remember April. Я помню апрель. Thank you.
Рискнем исполнить для вас кое-что авторское. Сыграем мою песню, которая называется «Мария». Посвящается племяннице, молодой, красивой, дающей надежды и любимой, конечно. Так, Мария.
Спасибо. Ну, опять же, смена темпа и что-нибудь повеселее для вас. Да. Сайт Winter. Петя Востока барабан. Прошу приветствовать. Thank you.
Друзья, все оставшиеся здесь, оставшиеся до конца, мы играем для вас. И сейчас прозвучит авторская песня, моя песня, которая называется «Lion's Bay». Это «Львиная бухта» в переводе. Да? Есть такое место в Коктебеле, очень красивое. Ну, может быть, кто-то бывал там. Мы там провели очень много времени и много музыки сыграли. Обучающий процесс был пятилетний. Вот, и вот оттуда, собственно, мелодия посвящается любимой женщине, матери моего ребенка. Lion's Bay.
Thank you.
Thank you.
Спасибо, друзья. Надеемся, что вы дождетесь конца концерта. Очень надеемся. Потому что это важно. Сейчас, но, коль уж на то пошло, мы сыграем еще одну авторскую песню. Я себе как-то дал слово, что, ну, что эту песню буду стараться играть во всяком случае на каждом концерте. И посвящается она человеку, которого с нами уже нет. Это наш очень близкий, хороший друг. Мы его помним, все любим. Был замечательный барабанщик Отель Сатриян. И память о нем жива, и он с нами. Это и добрая, добрая, вечная, светлая память человеку. Песня называется «Братское сердце», посвящается, собственно, этому человеку.
Спасибо, друзья. Такая вот ностальгическая песня. Just One. Последнее, что мы сыграем для вас. Just One. Just One. Just Jazz. Thank you.
Thank you.
Спасибо, друзья. Спасибо, что были с нами сегодня и для вас сегодня играли. Замечательные музыканты. Это Роман Соколов. Темочка такой. Роман Соколов. Петр Востоков. Труба. Петр Востоков. Игорь Яковенко. Клавишник. Игорь Яковенко. Дабл Бейс. Макар Новиков. Спасибо, парни. И Вячеслав Великий. Барабаны. Спасибо. Спасибо, что были с нами сегодня. И до новых встреч. До новых встреч. Слепят фонари, поэтому ориентация слепит. До новых встреч. Любите друг друга. Делайте для друга нечто волшебное всегда. И питайтесь хорошей музыкой. Джаз всегда с нами. Спасибо.